Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Castle Duel. Второй день, забираем с тобой немножко монет. Так, здесь у нас что-нибудь есть? Только с премиумом, да? Премиума у меня нет, поэтому обойдемся. Ну что, наверное, сразу же пойдем в бой. Так, кто нам тут выпадет? Ага. Ну, допустим, я поставлю вот так. Вот так. И вот так. Давай смотреть. Блин. В ловушку попадет у меня еще. Ё-моё. Слушай, он быстрее дошел. Но мы, наверное, все-таки быстрее разнесем. Или же... Да, успели. Так, ну что же, я заметил, где у него там основные враги идут. Поэтому... мне кажется, туда надо ставить либо лучника, либо мага. Наверное, я все-таки поставлю мага вот сюда. А лучника я поставлю за големом. Вот так вот, мне кажется, будет эффективнее. Но это не точно. Вот видишь, что он сделал? Блин. Так, минус маг. Ёпрсты. Ты завязывай давай с такой скоростью-то бомбашить. Отлично. Все-таки мы опередили здесь. Смотри, нам еще дают одного мага. Если мы его поставим, допустим... Блин, сюда вот не хотелось бы. Ладно, я его здесь поставлю. И сюда мы еще поставим мечника. Вот такая у меня будет стратегия. Ох ты, он двух магов впереди поставил. Ты серьезно? Вот это ты меня наколол, парень. Хотя, почему наколол? По-моему, ребята, он сфейлится. Все. Победа здесь за нами. Так, сундук победителя. Че, глянем рекламу. Я думаю, что стоит. Теперь смотрим, что нам здесь выпадает. Опа. Карточка на мага выпала. Шикарно. Новая арена, друзья. Офигеть. Открываются карты. Гоблин-целитель периодически исцеляет самого себя и самого пострадавшего союзника на своей линии. Слушай, это прикольно. Гоблин с бумерангом, пронзающий врагов насквозь, всегда возвращается к владельцу. Нифига себе. Милое создание, замедляющее врага каждым своим выстрелом. Ну, так себе. И это у нас вожак. Каждый второй удар по одной и той же цели наносит урон всем врагам перед вожаком и оглушает их. Шикарно. Забираем здесь награду. Достигните второй арены. Откройте любой сундук. Опа. И вот мне сразу выпадает, друзья, паук. Сразу же. А здесь... Так, мы можем улучшить мечника нашего. Или же улучшить нашего паука. Не, ну в этом случае лучше, конечно, паука. А паук просто стоит... Нет, он идет... Не могу понять, он идет или он просто стоит на месте. Он, по-моему, просто стоит на месте, да? Бесплатный сундук у нас. Опа, и гоблин выпал мне. Так, это у нас ассасин, убийца. Так, новинка. Гоблин лечит. Это же лечит, по-моему, да? Информация про него. Ну-ка дай. А, нет, это с бумерангом. С бумерангом это хорошо. Так, ну что, здесь тогда, наверное, ребят, надо сделать замену. Выбираем. И ставим вместо вот этого. Так, лучника я, пожалуй, оставлю. Я вот не знаю, голема убирать стоит или нет. Или пускай все-таки остается. Нет, все-таки уберем. Потому что голема это обычная карта, а паук редкая. Ну что, в бой? Блин, там подожди. Блин, не успел нажать на отмену. Ох ты. Сделаем вот так. Сделаем вот так и сделаем вот так. Пойдем посмотрим.
Ой-ой-ой-ой, паучка-то моего сейчас раскромсает, ребят. А гоблин, оказывается, он просто стоит на месте. Я не успею. Гоблин слишком слабый. Поэтому ставим сюда мага. Сюда тогда так сделаем. И паучка. Посмотрим. Да чтоб тебя, тут огоньки еще. Ну что-то, ребят, вообще не айс. Хотя мы здесь выиграем. Да ведь? Да, тут выиграли. Блин. Бляха-муха, да как же тут сделать-то? Давай, наверное, попробуем так. И вот так. У него шаман там этот, который целитель, блин, стоит. Еще он утворяет. Сфейлюсь я, сфейлюсь, к сожалению, ребят. Или выиграю, выиграл. Так, одна новая карта, блин, мне дали только лишь мага. Так, давай, наверное, вот сюда его поставим, или как? Ну да, пускай здесь будет. Посмотрим сейчас, как пойдет. Видишь, тут этот огонек, он, ребята... Слушай, ну тут вообще топово. Правда... Не, нормально, нормально, нормально. Есть. Просто магами запинали. Выполнено. Маги, конечно, это топ. Нравится, нравится, но, ребят, позже. Забираем здесь награду. Опа, а вот этот самый шаман, который хиляет. Ну, посмотрел я, как он там вдалеке стоит. Что-то мне не поперло. Так, лучников нам дали. Забираем здесь награду. И тут. Окей. Смотри-ка, смотри-ка, я могу прокачать наших лучников до 4 уровня. Чётенько. Так, а это у нас... Вот он, этот шаман. Лекарь. Но я его не хочу брать. И отсюда я, наверное, все-таки, не знаю, может быть, паука убрать мне? Еще сундук. Убийца и золото. Блин, паук. Вот с бумерангом точно однозначно, ребята, уберу с бумерангом чувака. Мне он как-то не зашел. Или он просто пока слабенький. У него первый уровень, поэтому, наверное... Из-за этого он слабенький. Я хочу взять голема. Вот так вот. Ну что, с богом. Погнали. Очередная дуэлька. Ох ты, жук ты какой, а. Ты видел, что он там, ребята? Да, 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 он. Проверим. Да что там такое? Это с бумерангом, чудик. О, мы ускорились и пробили. Шмерть. Ха, чувак назывался Шмерть. Шнобель. Вот кто они. Шмерть. Давай-ка я сделаю вот так, наверное, и вот так. Проверим просто. Ох ты, у него, смотри, какой... Это что еще за барышня, сударыня? Так, мы успеем. Замечательно. Так, опять паучок и лучник, да, получается? Паучок и лучник. Значит, мы сделаем вот так и вот так. Ах ты, жук ты этакий. Не очень хорошо получилось.
Хотя мы выиграем, да. Да, ребята. Победа, как всегда, за мной. Это же круто. Новая легендарная карта. Дриада. Хранительница природы может быть перемещена в любом раунде. Ага, она еще и донатная. А без доната вам слабо, да? Дать. Топ сомневался. Так, ну что, ребята, газуем дальше. Так, у него терновый куст. Ну, голема всегда лучше, ребята, ставить впереди. Это я уже понял. Хе-хе, гоблин там стоит, бомбит. И все впустую. Вот чем он мне не нравится, что он просто стоит тупо на месте, ничего не делает, ребят. Готово. Такс. Ну, а если я, например, здесь поставлю голема и... А здесь вот так вот. Охотника. Да. Все равно мой первый, да? Да, ребят. Тор один уничтожен. Тор один уничтожен. Там маг и... Блин, мага что, лучше, чем что-то бомбить? Давай, наверное, сделаем вот так. И вот так. Просто проверим. Йоу, просто нифига ты понавыставлял тут, парень. Нормально. Но мы-то круче. Мы круче. Ты сам видишь итог. А итог только один, друзья. Победа. Ни шагу назад. Ни шагу назад. Так, мы можем забрать награду. Сыграть PvP матч. Потом здесь. Блин, я не смог посмотреть, что-то нам выпало. Что-то вроде как выпало, да? Опа. Вот он, ребята. Так, каждый второй удар по одной и той же цели наносит урон всем врагам перед вожаком и оглушает их. Ну, соответственно, пока я выбирать его не буду. У него первый уровень. А, нет, у него уровень шестой идет. Ага. Так, улучшение доступно. 200 монет. Плюс сундук. Это заросли, искорки и золото. Искорки и золото, блин. С самоцветами просто беда. Подожди, я могу... Рекламный сундук открывает. Стоит ли... Наверное, стоит взять его, ребят. Только вот вместо кого? Вместо голема. Давай проверим его вместо голема. Поехали. Лишь бы не пожалеть об этом. Угу. Сиванна. Ну, если я сделаю вот так и вот так. Посмотрим. Блин, у него... Ассасин быстрее добежал, ребята. Ага, ага. А у нас больше дамага. Так, у нас больше дамага получилось. Вот этого мага тут, наверное... Блин, как тут лучше сделать? Наверное, так все-таки и... И вот так. Попробуем. Да, блин, ну вы серьезно? Не, нормально, нормально, стоим еще. Ух, мы вообще его раскромсали, ты прикинь? Вообще ничего не успел чувачок сделать. Сдулся, так скажем. Значит, следующее вот так вот у меня получается. И, наверное, вот так сделаю я. Смотрим.
Мага быстро заколбасили. Да вообще быстро тут всех уничтожили. Ты посмотри. На. Стерли с лица земли его. Изумительно. Чистая победа. Так, а у него уровень. У него маг 6 уровня, в отличие от моего, мой 7. То есть мой круче. Заберем-ка награду в 200 монет. И тут тоже у нас. Скоро, кстати, следующий уровень у нас будет. Левелап поднимем. Так, и боевой пропуск. Так, тихо, что-то тут. Ну что? Третий уровень... Подожди-ка, третий уровень арены. А что для этого надо? Не помню я. Ну что, попробуем этой же командой отыграть. Блин. VIP-персона. Так правильно, ребята, он... Ты видел, да, что он сделал? Да, ребята, он приобрел себе донатную хилку. Фига себе! Ты серьезно? Донатная хилка, нифига она, ребята, пробомбила. Просто уничтожила. Блин, надо тогда сделать магом. Так, а там скелеты еще идут. Давай так попробуем. Есть. Вот с помощью мага, ребят, неплохо получилось. Так, шамана тоже в минус. Слушай, паучки очень даже неплохие, ребят. Они замедляют противника и при этом еще наносят урон. В общем, одним словом, топово получается. Шаман там впереди. Сейчас попробуем. Ну все, шаману крышка. Ау, нет, ловушка-то наша. Чи? Вообще заколбасили. Так, надо вот так вот сделать. Изи. Изи катка, ребята. Так, когда же там уровень-то у нас будет, я не могу понять. О, еще сундучок. Так, лучник плюс охотник. А, лучника можем прокачать. И вот этого можем прокачать, кстати. Так, еще чуть-чуть и левел ап. Но пока, как ты видишь, мы ничего не можем сделать. Сундук. Эй, заросли. Охотник. Ну и 38 монет. Вперед. Из песни Текс. Не, ну так нечестно, ребята. Легендарная карта есть, чувачка, поэтому... Оу, щит, он на одну линию, ребят, поставил. Хотя, подожди. Не, нормально получилось. Всех на одну линию поставил, и мой охотник их просто пронзил. Но теперь он будет это знать. Теперь он это будет знать, да? Что у меня там и то, и сё, и пятое, и десятое. Сейчас глянем, как тут пойдет. Скелеты! Ау, нормально. Так, магичка это идет, блин. Фига у нее урон. Она мага просто стирает с лица земли. Да. Просто стирает его с лица земли мага. Вот, видишь, как он выставил. Вот, вот, сейчас смотри, смотри. Раз удар. И со второго все, ребята, ему кранты. Ну, тут главная победа за нами. Все. Меня радует только лишь победа здесь. Так, ну и все задания выполнены. Отлично. Опа-на. Так, мечник. Убийца. Вожак. И золото. Вот это я понимаю.
Вот это я понимаю. Сейчас мы сможем с тобой получить левел ап, кстати. Что это у нас тут? Мы практически, ребята, до третьей арены дошли, да? 390 у нас кубков, а нужно 400. И мы с вами... Открываются клетки с паутины. Хм. Так, улучшаем. Есть. Третий уровень. Ой, четвертый, ё-моё, четвертый уровень. Шикарно. Так, теперь вожака улучшаем. Вожак 400 стоит, нифига себе. Убийца тоже 400. А светлячки тоже 400. Да вы что, совсем что ли? Что так дорого-то? И здесь еще награда забирается. Оп, 200 монет. Карманчик. Подожди. Тут что-то у нас опять есть. Выполните все квесты. Окей. Ну что, погнали в бой. Скелеты, голем. Так, я понял. Скелеты и голем у него. Охотника ставим сюда. Вот так. И вот так. Смотрим. Ах ты. А что ты злишься-то? Злится он мне. Все пучком. Первая победа за нами. Такс. Наверное, я сделаю вот так. И вот так. Твою налево. Ты издеваешься, а? У него, ребята, маг прокачаннее, чем мой. Намного прокачанней. Успеет ли мой вожак? Чудом. Чудом он успевает. Блин, а как быть-то тогда? Ну, если поставлю, например, паучка сюда, вожака сюда. Ну, ты сам видишь, у него, блин, сильнее, ребят. Хе-хе-хе. Ой, скелеты-то уже бомбят. Давай-давай-давай-давай, родные мои паучки. Есть. Тапки деда отдупляется. Туда ему и место. Так, ну что, ребята, мы получили новый уровень. И у нас будут новые доступные персон 2×2. Давай глянем. Это новый режим, да? Сперва сыграем тренировочный бой. Разыграй свои карты. Ну, давай. Готов. Этот счетчик твоих меток. Три метки. Ага. Метки восстанавливаются каждый ход. Это и есть тренировочный бой. Меня сейчас расколбасят, ёк-макарёк. В чем прикол? Поражение. Зашибись. Новые карты. Ну, допустим. У него тут големы. Фига тут оборотень. Ну-ка. Кто успеет быстрее, мы или он? По-моему, мы. Да, ребята, мы сделали быстрее. Так, теперь охотник. В бой. Фига тут какой-то... Нет, ну в принципе неплохо, но что за метки, я так и не понял. Эй, меня быстрее разобьют, да? Меня быстрее уничтожили. Плани. Я даже ничего не успел сделать, он уже все за меня сделал. Нафиг мне вот этот вот кустарник, который он влепил непонятно где. Нафига он его туда поставил? Я, ребят, не понимаю. От этого кустарника толку ноль. Ч?
Че это за урон такой, блин? Да, я в первый раз вижу такое дебильное обучение, где ты еще и сфейлился. Обучили, называется. Да не надо мне этого. Я лучше один на один. Какой-то бред, если честно. Такс. Призовите воинов, чтобы начать. Я понял. Давай сюда. Сюда. И сюда. Поехали, посмотрим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, паучару этого валите. Ассасин уже начинает колбасить. Так, а маг пока там допрет, но он дошел. Мы успели быстрее. Шикарно. Давай тогда сделаем так. И, наверное, вот так вот. Да ёк-макрёк, откуда у него такие жиробасы-то? Понабрал откуда-то же еще, а? Посмотри, хомяк какой пришел. Ну, слава богу, мы здесь разобрались с ними. Блин, хотел похихикать над ним, не успел. Давай, наверное, сделаем вот так. И вот так. Попробуем. Йо, нифига у него там армия. Да, друзья, тут что-то... Тут нас, конечно, опередят. Да, из-за этих вот жирных, которых он тут, ребят, наделал. Попробуем так сделать. Да откуда... Ребята, он этих лесовиков, блин, понабрал-то. Ну, на этот раз мы выиграем, да? Да. Мы выиграли. Трындец, он нахапал откуда-то вот этих вот самых здоровых. У меня таких не было. Скелетики. Шаман. И золотишко. Чуть-чуть всего лишь. Так, забрать награду. Паучок, который может улучшиться. Вот, друзья мои, которые тут были доступны. Это вот на новой арене. Там, видишь, там зависла игра. Ну как, не игра зависла, а запись зависла почему-то. Так, его уважают все звери. В начале боя увеличивают здоровье и скорость всем воинам в ряду. Это эпический древний защитник леса, в начале боя призывающий к себе на помощь два ростка. Вот оно что. И это легендарный, это оборотень, чудовище из чащи. В начале боя перемещается к ближайшему врагу на своей или соседней клетке. Вот что он делает. Ну давай улучшим паучка нашего. И скелетиков туда еще улучшим. Правда, я не уверен, что я буду когда-нибудь скелетиками этими пользоваться. Или теми же самыми... огоньками из одной этой, да, малины все это. Так, а у нас тут еще в разработке. Ну что, друзья мои, давайте мы тогда на сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.